чистоту помыслов. То есть, вступая в брак на всю жизнь, мы поступаем согласно Писанию. Да, потому что любящий муж и жена становятся единым целым. А именно к этому нас призывает Господь, когда мы достигаем зрелых лет. Каждый из нас должен покинуть родительский кров и создать собственную семью. Остается лишь удивляться, почему множество подростков так легко отказывается от того, к чему их предназначил Всевышний. Тому есть две причины. Ну, во-первых, влияние современной культуры. Она пронизана призывами к сексуальной свободе. В кино, во множестве книг и журналов вам твердят, что в добрачном сексуальном опыте нет ничего страшного. Наоборот, получить его даже полезно. Он помогает разобраться в самом себе и собственных чувствах. Ну, а когда влюбитесь всерьез, или подружка ваша забеременеет, можно завести и семью. Однако беда такого подхода в том, что люди, сами того не замечая, превращаются в эротоманов, то есть в своей жажде сексуального разнообразия не могут остановиться.